Добрый вечер, мои хорошие. Добрый вечер. Не люблю себя снимать в зеркало. Ну, что-то лень доставать селфи-палку. Накатались сегодня. Сегодня вообще дождь весь день. Но у меня сноубордическое мое снаряжение вообще не промокает. Поэтому я сегодня вообще в кайф просто покаталась. Все вымокли, кроме меня. Мы напарились, вы уже видели, да? И сегодня мы идем в ресторан. Да вообще, чуть каждый день по ресторану называется. Любовь захотела похудеть. Питание у нее спортивное там. Короче, идем в ресторан. Юбочка на мне сегодня короткая. Попытаюсь показать сейчас. Сапожки. Я вдруг захотела себя почувствовать женщиной. Так, это наша с дочкой здесь шлемы. А дальше примерно так. Так, что-то убрать надо. Да ладно. Ничего, и ножки еще вроде как ничего, да? Да и сама тоже. Так что все, мы идем в ресторан. Так, прибыли мы в замечательный ресторан. Называется «Чо харчом?» На Розе Хутор. Кстати, очень хороший есть сайт TripAdvisor. Если я правильно его выговорила, да? Где говорят по рейтингу, где лучше, где хуже, и по отзывам. Короче, мы сегодня в Чо харчу. Дождь сегодня просто проливной весь день, я повторюсь, это вообще просто. И не только здесь, в Сочи, но и в горах. Поэтому мы сегодня намучились. Не знаю, кто намучился. Я накаталась, ну просто в волю. Да, под дождем. А кто еще может так накататься под дождем? Любовь. С вами Любовь. Пойду, а то камера промокнет под дождем. С вами Любовь. Говорят, что театр начинается с вешалки. Да, вход в кафе начинается именно вот с такого уютного местечка на веранде, где можно посидеть даже в холод и в дождь. И огонь согревает, и свечки различные, там вазы с сухоцветами. И огромнейший самовар. Ну, я не знаю, действующий он или нет. Ну, возможно, так, для антуража. Возможно, да. В общем, ждем сейчас освободившегося столика. Дочка Верочка. Женька сейчас будет прикалываться. Ой. А если бы там кипяток был? Проверил, да? А Дима с Шурочкой. Вот мы все впятером. Какая красота, сказала я. На зависть любой хозяйки. А такой погреб поиметь. Посмотрите, какой класс. Как этот район долма с бараниной. Давайте возьмем какую-нибудь одну хачапури на всех. Или какой-нибудь там этот пирог осетинский один на всех. Давай. Давай тогда хачапури. Вот которая как круглая, как пицца, это как называется? Хачапури, она вот это по-аджарски, она будет длинная, да. Круглая, это осетинская. Можно мангаль взять, типа шашлыки. Ну вот, хачапури по-аджарски, хачапури по-эмеретински. Вот по-эмеретински, я не знаю, по-аджарски пицца. Давайте возьмем по-эмеретински. Надо спросить, что он, это? Он, по-моему, такой большой и круглый, как надо спросить. Ну вот, если он берет такую большую, я одну на сердце. Ну, на всех нас. Прям вот так поближе. 3-литровая банка горошка. Капусточки, помидорчиков. Еще какая-то капуста, да? Вау.
Отправим. Дим. Отправил? Почти. Давай получше сделаем. Давай получше сделаем. Давай, Вера, сделаем. Давайте сделаем Веру получше. Вера, лучше. Улыбайся. Вот, Шурочка. Левушку. Сынуля на лыжах. Лёва на лыжах. У нас же Лёва, он на лыжах. А я все думаю, есть что привезти вообще из Сочи? Он же любит спать. Ну как он любит спать с этой игрушечкой? Слушай, оказывается, есть что привезти из Сочи-то? Я думала, да. Вообще не за что. Не, ну вообще какие-то кружечки интересненькие. А, Верочка нашла мне новые уши. С Алиэкспресс. Сколько кружек интересных. Слушайте-ка, сколько кружек интересных. Так, колокольчик? Нет. Верочка, на обед будем собирать. На даче. Всех, заметьте. Иду я уже. Верненька, да. Что везти в Сочи? Сортир? А
А деньги не пахнут, которые, да? Классно. Коплю на отпуск на Розе Хуторе. Жень, что ты мне предложил? Зеленые уши. Уши? Комплект красных. Ну, у меня уже зеленые есть, у меня красные, розовые. Ну, надо помимо красных еще зеленые, желтые. Вера, вери, вери, вери. Так, смотри, я люблю Розу Хутор. В зеленых буду ушах ходить? Беру ли не беру? Не беру. Не могу пройти мимо елок, которые 3-го, там, 1-го, 2-го, 3-го марта еще стоят и мигают нам в Сочи Роза Хутор. И вот она, бурлящая река. Эх, красота! Сочи, Роза Хутор.